Вот раннее утро, бульдозер работает. Там деревня, видать, скотину выгоняет, барабаш. Видите, какое в деревне наслаждение. Вот братья уже работают, поле несут на другие пруды. Никита прошел, Володя, потому что машина сюда проехать уже не может. Вот Сергей Кубков. Туда выносите подальше, около трактора ложите вон того, синего, Белоруссии. Вот выносит, потому что у пруда надо делать ограждение у плотины, у одного и другого там. И поле забивать, чтобы глина не уходила в отвал ниже. А потом она захряснет, задавит ее, она будет стоять. Видите, какая картина. Идут братья. С утра оформляли письмо патриарху со всеми титулами его, как сказали. Ну, Павлу положено печать и отсканируют. Вот он. Съехал в сторону, пропустил наших братьев. А те поднимают наверх, и теперь тополевые тополя, которые мы спилили, возить уже на большой машине. Да, там на машине. Заранее готовится. Это уже вперед та работа, которая приближает. Вон они, где уже наши ребята пошли. Здорово. Ну, я держать не могу аппаратуру, она мне мешается в руках. Я восхваляю жизнь, которую Господь установил. Почему и говорил Лев Толстой, хочешь развратиться, поезжай в город. Все, отошел.